У меня задание «Приветствие дочери» называется. Да. На задворках изоляционного бункера «Сигма» стоит странный человек с телевизором вместо головы. Кажется, тебе есть что рассказать. Time to wake up. Time to wake up. Ой, у него на голове, правда, и телевизор. Кто ты? Настоящий герой Сомнезии. Разве ты не видишь моего имени через Тимон? Продолжайте разговор. Что за награда? Он какую-то мне награду дал? То есть мы с тобой работали вместе? Я его не помню. После моего исчезновения ни один охотник за наживой не смог со мной сравниться. Охотник за головами, мне приходилось охотиться на людей. Он меня, наверное, путает с кем-то. Нам стоит возобновить сотрудничество. Надо отомстить. Убийцы – люди из Розетты. Клиент обвинил офицера Розетты в совершении убийства при отягчающих обстоятельствах. Зачистите изоляционный бункер Сигма. Так, а как выбрать сложность? Детали. Да, вот здесь сложность выбираешь. 15 уровень. У-у-у-у. 50 уже второй. Третий, 60, с ума сойти. Не, ну это мы, наверное, однозначно не пройдем, да? 50 уровень. 50 нет, конечно. Да, с ума сойти. А третий, 60 вообще. Ничего себе, а зачем такой большой скачок делали? Зато смотри, на сложном уровне можно получить оболочка затмения, третий уровень. А на 60-м оболочка затмения тоже. А, еще и рекомендованное число игроков 3 надо. А на последнем 4 игрока надо. С ума сойти. Так, ну что, первый уровень делаем, 15-й. Мы с тобой в команде? Mm-hmm. Готовность. 15 уровень. Пока мы до 50-го докачаемся, уже конец сезона будет. Так, где 60 до 60 уровень? Ну, я надеюсь. Где? Загрузочный экран. А, я уже побежала. Нет, у меня еще грузится. Ну, ладно, вернусь назад, теперь жду. Вот, я загрузился. Одолейте босса зоны, капитан Дейв 2. Ну, раз он 15, так, наверное, тут просто. Да, ну, нет, его не так-то просто победить, Герман. Ты что? Нет,
Я тут чуть когда делала, я чуть и не сдохла. Ну ты в одиночку справилась, а нас двое сейчас. Куда? Куда, наверх идти или вниз? Подожди, наверх, вниз. Ты там уже в кого-то стреляешь. Я все побегаю. Тут ящик. Да. Книжный шкаф. Получил. А я получила спасательный круг. Ну, я его только на разбор. Ясное дело, не знаю. Так, вот эти бочки стоят, это, наверное, надо будет в босса кидать. Нет. Надо было в них просто, когда вот здесь их толпа была, просто в бочки стрелять, и они бы взорвались, а и всё. А, кто тогда не стрелял? Ну, вот и ворона, потому что... Так, тут еще где-то ящик. Меня уже подранили. Ну? Тебя подранили? Ну. Мусор нам в дыре покопался? Где вот тут мусор? Мусор на ведерке копается. Так, все, мы тут все. Вот здесь сумочки стоят. Карта доступа Розетты 3. Да, вот здесь сумочки всякие стоят. Ну, лутаю. На столе. Вы тут, правда? Да. Пошли дальше. Ага. Еще ящик. А вот тут? Аптечка. А вот там, кстати, был ход, смотри. Я знаю, пойдем нам пока не туда. Нам пока сюда. Ой, тут ящик. Оружейный. Коричневый ключ. Тебе тоже гаечный ключ достал? Ну там много всего, там стероиды всякие. Картина мне попала. Я в мусорном ведерке картину нашла. Представляешь, что ты картину выкинул? Ну кому-то не надо. Мусорное ведерко. Так, а тут что, тупик? Куда дальше-то? Ну что уже нету? Вот тут еще птичка. Теперь туда, в проход? Да. Так, мы эти две комнаты. Так, я пойду первая. Только ты за мной не подглядывай, как будет, окей? Хорошо. А почему ты пойдешь первой? Там что, опасно будет? Потому что я тебя защищаю. Идёшь со мной? Угу. А тут? Идёшь? Да. А где босс-то? Еще мы не дошли? Ну
Где бочки-то? По которым стрелять? Нету бочек. Я думал, сразу будет босс, как в первом этом. Нет, еще подожди до босса. Ну, теперь, наверное, наверх. Вот тут надо еще сейчас. Иди сюда, какой-то. Дальше. Второй. А сейчас здесь мы просто можем вот так вот перепрыгнуть и все. Мы, по-моему, отсюда пришли, нет? Нет, нет. Так, Герман, секунду. Сейчас здесь будет босс. В запретном сейфе, да? Внимание. Ну, подожди, ну, не беги, ну. Сейчас здесь будет босс. Ну. Я делала вот такой фокус. Прятаться, что ли? Да. И когда его бьешь, он тебе лезет. Ой, вон там он. Да. Так надо брать бочку и в него кидать. Ну, бери бочку и кидай. Сейчас. Блин, он ее подорвал. Блин, а он их подрывает. Ну, так его проще убить быстрее. Он лечится. Я... Пока бочки возьмешь, блин, быстрее его так грохнут. Разблокирован новый узел. Перезагрузки какой-то. Получите награду и уходите. Слушай, ну что-то как-то просто мы его убили. Ну, потому что вдвоем. Ты здесь ящик взял? Здесь коробка? Нет. Ты пальчик не щелкаешь? Внизу еще он у меня светится где-то вон там. Ну, значит, ты не собрал? Наверное. Ну пойдем соберем где. Да не будем возвращаться. Герман, там аптека. А, и у меня свет. Я пошла соберу. Так там, наверное, какой-нибудь такой простенький. Ну. Получите награду. Я еще награду не получил. А, вот сундук. Ты бы сундук с сокровищем сперва взяла? Потом бы пошла там искать. А где здесь вниз-то, я не знаю. Вот у меня светится, я не знаю. А, вон там здание. Окей, надо туда сходить. Может, еще раз пройдем? Что-то тут чертежи дают на же нам? Да. Может, еще раз пройти? Ты же вот здесь чертежи получаешь, оружие. Может, еще раз пройдем? Ну пойдем. Подожди, вот здесь в здании мы еще не были. И там светится красный у меня, я не взяла. Ну, бегай. Вот в этом сундуке было оружие. Вот я тебе сейчас, смотри, я его сейчас возьму. Вот оно, смотри. Вот. Ну это, по-моему, пулемет. Да, барабан, как у пулемета. Да, но он стреляет, видишь, отделанными выстрелами он стреляет. А, тогда дробовик. Нет, это не дробовик. Ну как, если... Сколько можно? Я могу, если я нажму, он будет долго стрелять.
один раз, если он один раз стреляет. Но у него как-то. А нажми, чтобы очередью стрелял. Да мне кажется, это дробовик, а не так стреляет. Ну не знаю, дробовик это не дробовик, но у него очень мощный и взрывной какой-то взрывает. Он как он называется? Он называется Преисподня. Да, это дробовик, он в чертежах есть. Фиолетовый. АКС-12, преисподняя, фраг. Ну, может быть, он есть там, у меня нету. Подожди, может быть, в чертежах есть? Дробовик, говоришь? Да, он в чертежах есть, но он не открытый у нас. А, да, но здесь он фиолетовый. Да. Вот он, вот он у меня, этот, желтый. Ну, золотой такой. Он просто в этом ящике был. Ну, давай еще раз сходим. Сейчас я квест дам. С убийцей Розетты покончено. Yes. I saw it with my own eyes. I thank you for that. My mother would too, if she... Phew. Oh, dear. What a pain. Oh, dear. Clients can really be troublesome. Что здесь творится? Oh, never you mind. It's just a bug. As always, I am more than satisfied with your work. This is end, of course. It is a pleasure to have you back. Ну, сперва там заговорила женщина, а потом только он. In the future, I hope we can work together again. There are countless evils happening all over. Задание выполнено. Приветствие дочери. Получены фрагменты берет фраг. Так, ну что, еще раз сходим?